У меня нет времени, Павел Ильич. Вы что-нибудь надумали? Нечего мне думать. Я его не убивал. Ну, вы как маленький, ей-богу. Вы знаете, я бы вам поверил. Но факты, факты. Вот это ваш пистолет? Ну, мой. Так. Почему вы его прятали в сливном бачке? Я его не прятал. Я его уже месяц не видал. А вот наши эксперты утверждают, что из него стреляли 2 дня тому назад, как минимум. Я уверен, что первая же баллистическая экспертиза покажет, пуля, извлеченная из трупа Кострова, была выпущена именно из этого пистолета. У вас что, есть какие-то сомнения на этот счет? Сомнений у меня нет. Я его не убивал. Так, хорошо. А это? По законам военного времени стенки и в расход. Лично вот этой рукой. Зачем же лично? Заплати кому надо, Павел Ильич, и делов-то. Павел Ильич, исковать личка. Так мало ли что по пьяни можно болтануть. Хватит! Не знаю, не убивал. Конечно, вы его не убивали. Вы наняли кого-то. Верю, может, и по пьяни. Но пистолет. Пистолет, как непрофессионалу, вам было жаль. Как же, наградной. И вы его попытались спрятать, а мы его нашли. Отпираться бесполезно. Все факты против вас. Все. Хорошо еще, если это была ваша личная идея. А если кто-то еще с вами был? Нет. Что нет? Слушай, ты когда Кострова заказывал, ты думал о том, что ты можешь скомпрометировать всю вашу партию, всех своих друзей, всю армию, наконец? А? Отвечать? Я генерал российской армии. Я прошу не тыкать мне тот. Это ты сейчас генерал. А завтра тебе воткнут пятнаху, и будешь ты, генерал, петухом на параше гноем захлебываться. Мне, наверное, сейчас нужно с вами проехать. Ну, наконец-то, поумнел. Я могу переодеться? Да-да, пожалуйста. Вот и славно. Теперь осталось найти исполнителя.